Не секрет, что только одна команда получит Кубок Испании. Кто это будет, узнаем в ближайшие пару часов. Мы ведем прямой репортаж со знакового спортивного события. Мадридский Реал играет против Барселоны. И вот, наконец, стартует финал Кубка Испании. Да, нас ждут 90 минут искрометного футбола. Кто знает, может быть, будет еще и дополнительное время, после которых мы узнаем, кто же над головой поднимет Кубок Короля, Кубок Испании. Реал сегодня играет с Барселоной. Более громкой и более известной футбольной вывески просто не бывает. Это знаменитое противостояние Мадрида и Барселоны. Суперклубы мира. Эль Классико. Шикарная афиша у этого матча. Итак, финал Кубка Испании или Кубка Короля, как его принято здесь называть. Богатая история у этого турнира, не правда ли, Константин? О да, Георгий. Ему уже более 100 лет, а самый первый кубок был приурочен к коронации Альфонса XIII. В те годы не существовало не только чемпионата Испании, но даже Испанской футбольной федерации. И смотрим на состав мадридского Реала. Фланговые игроки входят в группу атаки. Не каждая оборона способна выстоять под таким натиском. Решили они сегодня сыграть с расстановкой для высокого прессинга. Будет сложно сопернику мяч удержать. Знаешь, ставка на прессинг может как за, так и против сыграть. Весь матч играть в отборе на всем поле крайне сложно. И такая тактика всегда открывает возможность для контратак и далее передач в зоны, которые этот прессинг открывает. Посмотрим, как все сложится в этом матче. Марко Асенсио. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыграли. Асенсио. И пробил. Отводит опасность от ворот голкипер. Все правильно сделал. Угловой будут подавать футболисты Реала. И в центр штрафной. Мяч летит от углового флага. Мбаппе. Вынос. Главное, чтобы повыше и посильнее. Серхи Сампер. Интересно, у нас сегодня вывеска и пас на ход партнеру. Подача, чей мяч будет? Ну, тут что-то совсем непонятное он изобразил. С такой-то дистанции, конечно, надо было забивать, но он пробил куда-то совершенно не туда. Набиль Фики. Марко Асенсио. Мемфис Депай. Потеряли они мяч, теперь надо отходить в оборону. Серхи Сампер. Есть игрок впереди. Пройдет передача. Голкипер забирает мяч. Мбаппе. Хороший пас на ход. Прошла передача. Можно выходить к воротам. Мяч выбит. Очень хороший отбор. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват.
Какая техника, как он обращается с мячом, вы только посмотрите. Клевый удар мяч у мадридского Реала. Подали мяч с углового в центр штрафной. Вынос, мяч не задержался в штрафной. Важно подавать тут. Иско. Вот как должна работать защита. Варан. На Бенфике. Потерял он мяч, но кому он достанется? Продолжает владеть мячом очень долго. Пора бы уже как-то обострять. На Бенфике. Хороший по задумке пас. Пас в разрез очень точно. Лежит угол, уходит в центр. В последнюю секунду мяч выбит. И мяч в воздухе после такого выноса. Дембеле. Рафаэль Варан. Иско. На Бенфике. Бернардо Сильва. Эрнандес. Иско Аларкон. Можно забивать. Отскок в поле от перекладины. И эта атака могла чем-то интересным закончиться, но защита справилась. Марко Асенсио. На Бенфике. Мбаппе. Бернардо. Иско. Мбаппе. Невероятное спасение. И угловой зарабатывает мадридский Реал. Мяч летит в центр штрафной. Вратарь спасает, но эпизод еще не окончен. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Отлично сыграно. Теперь они могут начать свою атаку. Кажется, появляется возможность для потенциально очень опасной контратаки. Потерян мяч и захлебнулась на этом контратаке. Мемфис Депай. Мбаппе. На Бенфике. Асенсио. Мемфис Депай. Хороший шанс есть у команды застать соперника врасплох. Ну, все еще есть варианты для продолжения атаки. Хороший пас во фланг. И не точно. Рядом со штангой проходит мяч. Блестяще! На Бенфике. Такие передачи придают атакам остроты. Халиду Кулибали. Серхи Сампер. Дембеле. От души по мячу он приложился. Мбаппе. Бернардо Сильва. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыграли. Барса начинает атаку. И подача туда, в сторону ворот. Не стал мяч ловить вратарь. Кулаками его убивает. Решил пробить. Куртуа сыграл надежно, уберег свои ворота от гола. Впрочем, вратарь такого класса не имеет права ошибаться при таких моментах. Видит игрока впереди и отдает пас на ход. Так и надо было сыграть, выносит он мяч. Завершен первый тайм финального матча Кубка Испании. И баланс сил на поле пока не перевешивает ни в чью сторону. Думаю, что команды уже присмотрелись и оценили друг друга. И во втором тайме ситуация изменится. Реал и Барселона после первых 45 минут играют в ничью. Команды уже начали с центра поля и посмотрим, сколько продержится эта ничья в тайме втором. Леон Горецкий.
Лионель Месси. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Тут все очевидно, будет штрафной. Сергей! Это штрафной опасности для вратаря не таит. Миско. Мбаппе. Не показал он все, на что способен. Пас на ход партнеру. Проходит эта передача, может быть опасно. И выносится мяч из штрафной. Леон Горецкий. Есть шансы в этой атаке, пока она продолжается. Месси. Сергей. Месси! Забивать должен! Вратарь намертво забирает мяч. Мбаппе. Туанзебе. Пас на ход, может быть интересно. Мяч вратаря, который выбивает его сильно и далеко. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Он накручивает соперников одного за другим. Штанга! Четко, надежно, сыграно. Выносит он мяч из штрафной. Мемфис Депай. Фекир! Гол! Первый гол в этом финале! Знаешь, Георгий, мне кажется, что это не последний гол, который мы видим в этом финале Кубка Испании. И пас был замечательный, и реакция на этот пас была просто восхитительная. Шикарный гол. А то передача обыграли всю оборону. У нас есть возможность посмотреть на этот гол с другого ракурса. Реал вышел вперед, игра возобновляется. Леон Горецкий. Хорошо играет сегодня в пас, очень высокий процент точных передач. Марко Асенсио. Заброс вперед. Такие передачи придают атакам остроты. Пас играет команда, ждет своего момента, перекатывая мяч. Мемфис Депай! Все правильно сделал вратарь, просто отбил мяч в сторону. Это замена по позиции? Думаю, это решение давно напрашено. Казимир. Почти все его пасы сегодня достигли цели. Марко Асенсио. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Тренер пытается добавить сил в игру. Вот и выходит новый футболист. Набиль Фекир. Мемфис Депай. Иско. Мбаппе. Мемфис Депай. Отличный момент. Как здорово здесь он сыграл. Барселоне дают пространство на фланге. Навешивает в штрафную. Есть там кому сыграть. И правильно, долой мяч из штрафной. Есть пространство, есть варианты для развития контратаки. Асенсио. Фики. Хороший обостряющий пас. Гол! Еще один мяч забивают игроки Реала. И для того, чтобы отыграться, Барселоне надо совершить настоящий футбольный подвиг. Два мяча отыграть у Реала будет чрезвычайно сложно. Секундная расслабленность, и вот, пожалуйста, она расплата. Надо заметить, защитник откровенно прозевал этот рывок, так что винить он сейчас может только себя. Тренер счастлив. Его план на игру работает, команда выигрывает кубок. Отыграться теперь будет труднее. Леон Горецкий.
Будет штрафной удар. Сергей Миленкович Савич. Пас на Лео Месси. Марко Асенсио. Много еще играть. 10 минут. Мбаппе. Бернардо Сильва. И подача туда, в сторону ворот. На секунду бы попозже начать это открывание. Может быть, и не было бы офсайда. Замена в составе Реала. Итак, совсем немного времени остается до конца дерби Эль Классико, в котором мадридский Реал с небольшим отрывом ведет в счете. У Барселоны, впрочем, еще есть шансы что-то поправить, но использовать их нужно прямо сейчас. Реал уже вряд ли будет форсировать игру и, скорее всего, захочет спокойно отобороняться, с комфортом. И вот здесь каталонцам нужно ударить так, чтобы защита соперника дрогнула. Посмотрим, хватит ли им пороха на это. Каталонцы переходят в атаку. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. 3 минуты до конца основного времени. Бернардо Сильва. Игра остановлена штрафной. Итак, планку судья обозначил. Сегодня можно и побороться в прямом смысле слова. Да, я бы сказал, что этот момент, например, тянул на желтую. Далеко до ворот и даже в створ не попал, хотя удар получился. Но мне кажется, вратарь все видел и контролировал. Нельзя назвать этот удар совсем уж безнадежным, однако мяч пролетел выше ворот. Чуть не заканчивается голом этот момент. Ниже полетел бы мяч, был бы гол. Гандеш, Халиду Кулибали. И покидает мяч штрафной. Бернардо Сильва. Мбаппе. Мемфис Депай. Хороший оборонительный день. Ну что же, сегодняшний день войдет в историю этой команды и этого клуба. Чемпионы. Они теперь чемпионы одной из ведущих лиг мира. Мы с удовольствием поздравляем команду и ее болельщиков. Это незабываемый момент для них. И сейчас на стадионе настоящее единение футболистов и их поклонников. Начинается церемония награждения. Сейчас команда получит кубок. Капитан ведет команду к подиуму, где будет вручен трофей под аплодисменты болельщика. Ура! Подходит команда к трибунам вместе с завоеванным трофеем. Радость сейчас запредельная на трибунах. Как же они долго ждали этого момента. Без этого. Конечно, это традиция, команда фотографируется. Общекомандное фото всегда значимая часть футбольной коллекции.